Все, поперло. Че ты убегаешь-то? Вот с Юриком приехали посмотреть на площади нефтяников, на памятник нефтянику. Надо этот, нам погода. А? 14 градусов. Ну ветерок только. Да 20-ка была. Днем. Ну, может быть, в Нефтеюганске. По телеку 16 показывал у меня. Я маме звонил утром. Будешь оператором от Бога, вот так вот держи, как я прям держу. Ага. Это самое удачное. И смотри, вон все в автофокусе. Все, отлично. Пойдем. Ну нифига себе. На руки-то трясутся. Ну ты аккуратно как-то старайся. Вот памятник нефтянику. Нефтяникам. Это символ такой. Как бы вот это волны, струя, вернее, нефть бьет фонтан из земли. Пошли поближе посмотрим. Юра сегодня у меня как видеооператор, у него, так сказать, сегодня дебют для камеры, да, Юрий? Ну, блин. Ну, видишь, как бы ничего сложного, да? Главное, мало-мальски ровно держать камеру поближе. Никаких особых проблем нет. Если рука застыла, то меняй сразу. Ничего, нормально. Пошли посмотрим. Ну да. Водители есть, смотри, видишь, все профессии. Ты снимаешь, Лер? Да. Ты что снимаешь-то? Кто здесь? Ну-ка, давай. Тихо. Все. Вот. Поколений нефтяников. Вот тут задвижками что-то, с кранами. Разведчики, геологи. Но я, кстати, был когда на вахте, ну, хотел это, в газете читал, там, в нашей нефтегазовской, угу, про открытие этого памятника, там столько прений, ну, как бы вопросов у всех там, хорошо, нехорошо. Ну, мне кажется, что очень хорошо сделано. Ну, что-то на трубе люди. Ну, я говорю, тут все профессии, все абсолютно. Повар без еды тоже никуда ты никак не двинешь, да? Правильно. Трудовому подвигу. Это монтажники. Ну все, пошли. Юрик, оператор.